Будем тебе брызгать. Глаз закрываем. И в уши давай. И не брыкайся. Уши тоже надо. Так. Вчера. Это я его мироместином обрабатываю. Вчера. Укол ставили вечером. Блин. Тяжело ему уколы делать. Но там кожа не оттягивается нифига. Маленький совсем. И, а внутримышечные тоже. Это попробуй найди у него мышцу тут, блин. В общем, вот. Стресс у меня был. Вчера 3 укола ставить. Вот. Так. Так вроде ничего, бодренький. Сегодня опять, как будильник, в 5 утра начал пищать. Но сегодня поменьше пищал уже, чем вчера. Уже, видно, более-менее успокоился. Вот еще такая вещь. Мне подруга сказала, что они тоже такого же котенка подобрали. Им глаз хирургически удаляли в итоге. Но мы решили, что мы его сейчас полечим. Неделю посмотрим, если с глазом улучшений никаких не будет, то это пойдем опять в ветеринар, к ветеринару, и наверное надо будет удалять, потому что что-то так мы его мажем ему глаза по несколько раз в день, укол ставим. Должно быть лучше. И клещей я с него сняла. Вот за позавчера и вчера штук 50. И я не преувеличиваю. То есть получается, что в Краснодаре, в самом городе, просто дофигища клещей. Это страшно.